Очередная лекция детского университета КФУ состоялась 12 ноября в Униксе, на которой дети от 8 до 12 лет узнали про сердце и кровеносную систему человека. Напомним, что детский университет не призван заменить детям школу, ведь лекция проходит всего два раза в месяц. Цель университета – убедить детей, что наука – это сложно, но очень интересно. Все, что происходит на лекции, больше похоже на шоу. Это связано с возрастом участников. Заслуга преподавателя – это умение завлекать, ведь найти общий язык с детьми гораздо сложнее, чем с обычными студентами. На лекции активно используют видео, фото и показывают различные эксперименты. Все это сделано для того, чтобы максимально заинтересовать и вовлечь детей в процесс обучения. Даже на перемене дети не спешат отдыхать. Такой у них сейчас возраст. Всему задавать вопрос «почему?». Именно поэтому дети задают вопросы преподавателям, а те, в свою очередь, с радостью на них отвечают. Ведь это очень важно – уметь легко и доступно ответить ребенку. В детский университет Казанского федерального университета дети приходят именно за ответами на свои вопросы. И они всегда их получают. Олег Ашин, Андрей Багаудинов, Универньюз.